Воспитанники детского лагеря в школе номер 19 готовятся к празднованию Дня России. Накануне важного события ребята приняли участие в мастер-классе по росписи матрешек. Как известно, матрешка – уникальная народная русская игрушка, которая по праву считается символом нашей страны. На занятии ребята изучили множество техник и вариантов украшения фигурок, а также узнали интересные факты о них. Сегодня дети трудятся, создают свои изделия. Я делюсь своими секретами, и что самое ценное, каждый из ребят вложил частичку своей души. При изготовлении авторских работ школьники проявили фантазию, использовали различные техники рисования, задействовали традиционные русские орнаменты и узоры. Результат творческой работы порадовал как ребят, так и педагогов. Свои первые эксклюзивные матрешки авторы работ унесли домой.